Когалымский музейно-выставочный центр приглашает жителей и гостей города посетить художественную выставку, посвященную Международному женскому дню. В галерее представлены работы различных жанров изобразительного искусства, таких как живопись, графика и скульптуры. Каждая из них уникальна, ведь именно женщины стали вдохновением для автора. Поэтому картины олицетворяют образ представительниц прекрасного пола, передают их настроение и эмоциональное состояние. Здесь представлены работы, которые ранее в музейно-выставочном центре не выставлялись. Еще особенно интересны работы Новика. Этот мастер, тюменский мастер, он пишет в очень необычной технике, на грани экспрессионизма и абстракционизма. Я думаю, что такое видение женского образа будет интересно многим. Выставка будет работать до 28 марта. Если вы приходите на выставку просто полюбоваться работами, то это будет очень интересно взгляду. Если вы приходите на выставки узнать больше, то лучше, конечно, записываться на экскурсии и посещать уже с экскурсоводом.